Впервые в Казанский федеральный по обмену прибыли китайские магистранты из университета Шэньчжэня. Данный проект является пилотным. Это первый опыт Института вычислительной математики и информационных технологий по реализации образовательных модулей на английском языке. Идея сотрудничества зародилась в сентябре 2016 года. И уже в ноябре делегация Казанского федерального посетила университет города Шэньчжэнь. На встрече они подписали меморандум о взаимопонимании и договор о сотрудничестве. А уже через месяц 5 первых китайских магистрантов приехали в Казанский университет, в Институт вычислительной математики и информационных технологий на изучение двух образовательных модулей. В чем особенность преподавания российским студентам и иностранцам? Ну, конечно, барьеров больше. Во-первых, языковой барьер, а во-вторых, все-таки культурная разница, надо немножко пообыкнуться, много непривычного и для них, и для нас. Мы смогли их заинтересовать, я думаю, и показать важность того, что мы преподавали. Первооткрывателями стали китайские студенты колледжа компьютерных наук и программной инженерии с разных департаментов, которые смогли проявить себя в конкурсном отборе. Я приехал в Казань с целью получить хорошую математическую подготовку. Ведь в нашем университете Шэньчжэня этому не уделяют такого внимания. К тому же здесь преподаватели имеют индивидуальный подход к студентам. И этим, пожалуй, и отличается обучение в Казанском университете от университета Шэньчжэня. Китайские магистранты в первую очередь нацеливались на освоение теоретических курсов с серьезной математической подготовкой. Я бы хотел и в дальнейшем продолжить обучение здесь, уже в аспирантуре. Ведь в университете Шэньчжэня много практики, а в Казанском федеральном больше теории. Поэтому, комбинируя эти два направления, можно достичь гораздо больших успехов. В течение двух месяцев иностранные студенты изучали две дисциплины. Это машинное обучение и теория алгоритмов, где на освоение каждого курса уделялось более 190 часов. Я обязательно порекомендую своим друзьям Казанский федеральный университет, потому что здесь очень красивые и комфортные кампусы, внимательные преподаватели и очень хорошее оборудование. По окончании обучения китайские магистранты получили сертификаты, которые подтверждают, что они освоили учебные дисциплины в другой стране. Данная программа является двусторонней. В апреле этого года теперь уже магистранты Казанского университета поедут обучаться в университет Шэньчжэня. Такое плодотворное сотрудничество и общение Казанского федерального и университета Шэньчжэня свидетельствует о дальнейшей работе и совместных проектах. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.